Приморский край присоединился к международной акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 9 мая. Волонтеры вышли на улицу, чтобы раздать приморцам символ памяти о победе в Великой Отечественной войне. Это, наверное, одна из любимых акций всех волонтеров. «Георгиевская ленточка» – такая излюбленная акция, которая принимает участие, начиная от школьников и кончая серебряными волонтерами. Ежегодно акция продлится 27 апреля по 9 мая включительно во всех муниципалитетах края. Волонтеры рассказывают, как правильно носить георгиевскую ленточку. Самый подходящий способ – прикрепить слева на груди петелькой или бантиком. Мы вместе с волонтерами Победы охотно раздаем символ памяти и напоминаем гражданам о погибших в Великую Отечественную войну. Свое название лента получила от имени Георгия Победоносца, одного из наиболее известных святых в христианском мире. Черно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы. Вы знаете, если бы не было памяти о тех, кто защищал нас, то мы бы, наверное, жили очень плохо. А так вот меня очень радует, когда бессмертный полк идет очень много молодежи. Прямо вот эта река и радость, ну, неописуемая, что все-таки у нас много хороших людей. Повязывать ленточку накануне 9 мая давно стало традицией, которая объединяет миллионы людей в воспоминаниях о событиях Великой Отечественной войны и напоминает всем нам о приближающемся Дне Победы. Анна Дьякова, Олег Завьялов, новости на 8.